И всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня снова я, Алексей Бро, и со мной сегодня Дасенс. Всем хай. И студент. Привет. И сегодня мы идем в CSGO, чтобы поднять наш ранг, поднять наше звание, правда, без звания, как вы видите. Ну, а я вам желаю приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы погнали. Нужно на первом раунде, естественно, закупить какой-нибудь дигл. На в лицо. Да, ёлки. Так, ну на втором раунде, конечно же, нужно закупить какую-нибудь P90, чтобы слить. О, калаш. Равный обмен. Нам, короче, их нужно как-нибудь ослепить и потом залететь. И всех уничтожить. Думаю, это неплохой план. Уф, let's go. Джангл. Двое, в принципе, здесь. Первый минус. Второй минус. У нас чё, АФК? Давайте же его зарепортим, потому что... Нафига стоять в АФК? А, все галочки этому хорошему человеку. Молодец. Холи, да, да. Потому что он как бы в АФК простоял, нет? Чё так сушишь? Нет. Стена. Спасибо. Приятно. Так, ребята, один в окне. Первый в голову. Молодец. А вот этому человеку пофигу на тебя. Он может, на работу пошел. На него играет его собака. Так, давайте я возьмем АВП. Я вайпер максимально классный, поэтому... Опа, первый. Ай-яй-яй. Хорошо, давайте новую флешечку дадим. Она делалась вот таким образом. Let's go. У нас сначала вышло. Вообще, похую. Вообще, похуй. Абсолютно. Let's go. Ну, я думаю, один будет окно. А нет, апартаменты. Easy kill. И... Let's go, это первый раунд нашей команды. Вы рады? Нет. Я тоже. АВП, это мое все. АВП, это просто плохое оружие. Давай его сюда. Знаете, что я делаю с вашими АВП, которые вы покупаете? Вот так выбрасываю, потому что это не оружие, это помойка. Мы можем убить. Игла точной. Пулькой в голову. Ага. Просто пум флеш. Потом сейчас. Сейчас, когда молотов исчезнет, вторая флешка. Но надо им тоже туда молотов кинуть. И вторая флешечка пошла. Let's go. Сейчас, ты можешь прям за мной не стоять? Мне очень страшно. Вдруг ты меня... Да. Снимет на один сайт. Let's go, минус один. Минус два. Выходи как приманка, у меня мало хп. Гениально. Понял. Конечно, гениальный, я же гений. Ясно. Ты меня еще один раз убьешь. Вот, я тут и получишь бан. Ты же это... Нет, потому что я слишком... Хорошо играю для того, чтобы получить бан. И от кого же эти 200 репортов будут? Скажу один раз. Тупо идем сюда. Прям именно тупо. Если не тупо, то не получится. Именно... Лучший смог. Вообще. Так, смотри. Как мы делаем? Мы даем очень профессиональную флешку. Синит хорошо. Это прекрасно. Которая летит прямо в лицо этим ботиком. И мы под нее выходим и должны были всех расстрелять, но что-то пошло не так. Боже, он же тебя залачил. Это не лаки, посмотри. Еще одна такая флешечка. Идеально. Мы просто под нее выходим. И умираем. Почему же они не могут нас пожалеть? Это так тупо. Нас трое. У нас вышел тиммейт.
И мы должны как-то в этом выиграть. Поэтому поехали. Ненавидел. А, точно. У тебя это в прошлом, потому что сейчас будет расколбас. Это имба. Сейчас я им понапишу. АВП — это оружие смерти. Моей смерти. Но так уж распорядилась судьба. 1-11. Скоро мы либо им проиграем, либо уничтожим всех. Хватит лазить на стол, Толя, блядь! Животное, на котором есть. Ни с какими они калашами своими там не могут, не смогут нам ничего сделать. Потому что они ботики. Я кидаю такую флешечку. Под нее очень удобно все смотреть. Кидаю вот такую гранату себе прям в лицо. Потому что почему бы нет? Это я говорю. Игре. Знаете, что я знаю? То, что вот за этим ящиком есть ничто. Ну, давайте поставим пачку. Я надеюсь, меня не убьют. А меня убьют. Какой умный человек берет тайзер, чтобы просто выстрелить в воздух? Ладно, поехали. Я вам говорю, камбэк зрел. На изи сейчас просто. Молодец, унизил первого. Давай еще троих так. Нифига себе, ботяра просто. Молодец! В соло просто растащил, как батон. Боже мой, молодец. Закупаем броню. И можно тащить. Они на Б. Это прекрасно. Они на Б, похоже. Вообще, я хотел пойти на Б, но кто-то меня остановил. Я даже не знаю, что. Поэтому... Тихонечко нужно унизить каждого из них. Ой, тихо! Вообще, ты первый сильный. Что ты имеешь против сильного? Ой-ой-ой-ой-ой. Блокировочка. Это карма. И она настала. Интересно, может быть, это их база? А, я понял. Они в крысу просто сидят на меду и ждут, пока кто-то плен. Можешь их как-нибудь затроллить? Не приходи на меня. Не иди. Ой, уходи оттуда. Они тебя сейчас фокус не будут. Уходи. Сейчас будет 300 на IQ мув. Идешь? Идешь? Теперь идешь налево. Идешь так в плент. А. Но фейкуешь, типа ты. Ладно. Ты серьезно? Надо он добирать. Две секунды. Стоп, а зачем нам это выигрывать? Это же без ранга, это же все, это же похеру, это. Все. Всем пока. А, шутка, шутка. Я с эмочки очень хорошо играю. Сейчас первым вздох. Вот самое лучшее. Ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Let's go. Давай, 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 не впусть. Нет, я успею, давай. 3, 2, 1. Сюда. Никому я не нужен в этой игре. Уйди, пожалуйста, из-под моего прицела, если не хочешь. Я тебе дал прям в рожу такую. Не понял, а как я по тебе урон нанес? Ты что-то почувствовал хотя? Ты попал. Он почувствовал, что его кто-то ударил. Вот так вот делаем, смотрите. Показываю один раз. Я не смотрю, я еще не умер. Подожди, сейчас умру.
А я не тебе. Первый. Найс. Хорош. Let's go! У тебя есть смог. У меня есть флешечка. А, просто я могу шутить. И вот такая гранатка, и вот такая флешечка. Молодец. И второй там слева. А, нет, вот он. Кухня, куда ты смотришь, дебил? Кухня. Кухня справа. Вот здесь вот. Вот, справа, справа. Ну ты вот что у тебя с наушниками? Кухня. Место. КС-очки где? Правильно. Помойки.